Вот такой вот пришел багажник. Это крепление. И сами палки. Сейчас будем его разбирать, делать, как он будет вставать. Вот так вот, ребята, выглядит установленный багажник. Все стоит крепко. Маленько он на угол идет вперед и назад. Но это не мешает перевозить что-то. Палки, бруски различные, панели, профиля. Единственное, еще прикупил такую вещь. Сейчас покажу. Вот такую вот стяжку ленточную. Весьма удобно. Рекомендую, если у вас стоит на крыше багажник, еще и прикупить ленточную стяжку. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.